Одним из самых ярких событий уикенда стала прогулка по пит-лейн для обладателей четырехдневных билетов. На центральной площади Олимпийского парка также прошли автограф-сессии семи команд «Формулы-1». Пилоты раздавали автографы всем желающим. Российские болельщики смогли пообщаться и с первым российским гонщиком «Формулы-1» Виталием Петровым. Также гостей ждали многочисленные развлечения на тематических площадках. Картинг, ремесленная деревня, соревнования, викторины, костюмированные представления, аниматоры, парк спортивных развлечений. Общаясь с журналистами, гонщики дали свой прогноз о предстоящей гонке. Так, трехкратный чемпион мира «Формулы-1» и победитель двух Гран-при России Льюис Хэмилтон отметил, что сочинская трасса достаточно щадящая по отношению к резине. И хотя в эти выходные температура асфальта ожидается выше 30 градусов, но дует ветер, поэтому не возникнут проблемы с перегревом. Почетным гостем российского гран-при стал Берни Эклстоун, экс-глава «Формулы-1». После прогулки в паддоке он отметил, что, как и в прошлые годы, организация здесь на самом высоком уровне.